Дольщики скандального Демидов-парка заселятся в свои квартиры не раньше лета. Новые сроки обозначил на встрече с журналистами руководитель краевой госинспекции Олег Веремеенко. Напомним, на протяжении 6 лет больше 500 человек не могут получить свои квартиры. Заселиться дольщики рассчитывали уже в марте этого года. Однако на объекте все еще продолжаются работы по благоустройству придомовой территории, а также отделка первого этажа. А так как застройщик находится в процедуре банкротства, документы на свои квартиры дольщики смогут получить лишь по решению суда. Процедура займет 2-3 месяца, пояснил руководитель краевой госинспекции Олег Веремеенко. Конкурсный управляющий ведет параллельно работу. В арбитраж подан протокол о предоставлении всей документации, необходимой для участников долевого строительства. Вы прекрасно знаете законодательство, что это все должно быть оформлено через суд.